Речь идет о защите озера Маранкуль от антропогенного воздействия человека. Высокий риск осушения болота, вырубают кедры, вытаптывают экологические тропы. Местные жители и общественники просят отменить аукционы на создание турбаз и мест отдыха. Остановить проведение аукциона по выделению участков для рекреационной деятельности, поскольку... Да, поскольку и только после решения по ОПТ будет решен вопрос о форме этого ОПТ, что там будет происходить, как это все решит население. Но если мы сейчас проведем эти торги и участки будут выделены, то обратно вернуть это будет очень сложно. В Минприроды отметили, что тоже заинтересованы в сохранении озер в том виде, в котором они сейчас. Только на волевом решении, пока аукционы не проводятся, не далее, как вчера уже звонили из прокуратуры, что мы нарушаем интересы другой стороны, которая хочет взять в аренду. Поэтому, насколько возможно, мы эту историю будем сдерживать. И документы действительно у нас сейчас находятся на согласовании по созданию там ОПТ. Специалисты не согласны с долгими сроками создания особо охраняемой природной территории по документам до 2024 года. Поэтому экологи хотят ускорить этот процесс.